Конаковская городская общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Надежда» существует в нашем городе уже порядка 13 лет. Но мало кто о ней знает. На сегодняшний день там состоят 39 семей. Традиционный праздник – День друзей. Они все вместе собираются, общаются и празднуют. И это единственный день в году, когда родители и дети могут провести время в дружеской обстановке, поделиться своими радостями и горестями. Но праздник праздником, а проблемы от этого не исчезают. Вы знаете, вообще это остро стоит проблема. В нашем городе, в нашем районе нету центра реабилитации. На данный момент он, слава богу, стал существовать, но я считаю, только на бумаге, потому что есть группа дневного пребывания детей на 3 часа. Это у нас находится на Маяковского 7, где социальная защита, центр. Нашей организации помещений вообще нет, у нас юридический адрес, и то нам разрешили 4-ю школу использовать адрес. Своего помещения у нас нет, даже маленькой комнатушки. Чтобы где-то встретиться или принять родителей, которые не в нашей организации, чтобы им тоже чем-то помочь, нам негде. Отсутствие помещения – основная проблема, но не только это тревожит родителей и создателей организации. На детей-инвалидов не обращают должного внимания, отмахиваясь, мол, чего с них взять, они же дети. Задача была создать центр реабилитации для наших, центр, где дети наши могли пойти в детский сад, школа и дальше, чтобы они могли чем-то заниматься. Вот ребенку у меня сейчас 23 года. Везде ходили. Я ездила по всем организациям, смотрела, как у них. И так как относятся к нашей организации общественной, нас никто не верит. Я нигде такого не встречала. Знаете, как будто вот, ну, это дети и все. А дети, наоборот, нуждаются в большем внимании, чем взрослые. Им нужен уход, специальная программа развития и лечения. Когда этой проблеме будет уделено должное внимание, это вопрос времени. Но организаторы и родители не теряют свою надежду.